Приморские спортсмены завоевали 5 золотых и 4 серебряных медалей на чемпионате мира по тэквондо, который прошел в Казани. Соревнования собрали в одном зале более 350 спортсменов из 25 стран мира. Несмотря на сильную конкуренцию, приморцы отличились как в командном зачете, так и в личном первенстве. Призовые места заняли Андрей Михайлов, Екатерина Богатырева и Людмила Мельникова. В сборную страны прошли самые сильные тэквондисты, поэтому я был уверен в своих спортсменах, и шансы на победу у них были высокие. Для Андрея этот чемпионат не первый, а вот девочки впервые выступили на соревнованиях такого уровня и проявили себя очень хорошо. В планах на будущее сделать из своих подопечных мастеров спорта и чемпионов. Следующие серьезные соревнования, на которые отправятся наши тэквондисты, — чемпионат России. А через год они надеются выступить уже на чемпионате Европы. Команда Дальневосточного федерального университета заняла второе место на турнире по бадминтону в финале 5-й Всероссийской летней универсиады. Награды главных студенческих соревнований страны разыграли сильнейшие бадминтонисты из 14 вузов. В первый матчевый день приморцы обыграли Южноуральский университет. Затем в полуфинале взяли верх над Поволжской академией физкультуры, спорта и туризма. Но в финальной схватке с Московским университетом леса столичные бадминтонисты оказались сильнее. ДФУ везет домой серебро универсиады. Екатерина Седых стала победителем 3-го этапа Drift Street Legal. В дрифт-соревнованиях, проходивших на Змеинке, участников традиционно разделили на два класса – новички и профессионалы. За награды боролись более 30 пилотов. При этом в категории Light гонщики ехали одиночный заезд, а в классе Pro зрители смогли увидеть традиционный парный дрифт. Среди новичков лучшим стал Илья Миронич, а вот среди опытных победителем признана Екатерина Седых, которая едва успела вернуться с недавнего этапа РДС. Отдельным вниманием организаторы удостоили и самого молодого пилота – Дениса Сорокопута. Юному гонщику всего 13 лет, но он уже способен конкурировать с более опытными и взрослыми соперниками. По итогам заездов юный пилот занял 3-е место. Максим Яковлев, новости спорта на 8-м.